Егошина Александра, воспитанница детского сада номер 1, поселок Красный Текстильщик, Саратовского района, Саратовской области. Виктор Туров, я фильм смотрела о войне. Я фильм смотрела о войне, и было очень страшно. Мне рвались снаряды, бой гремел, и люди погибали. А-ля там дедушка сидел, и на груди медали. За то, что вместе со страной сломил он силу злую. Медали глажу я рукой, и дедушку целую.